На своем поменяй этот. Да. Потому что второй, зачем тебе тагер? Я один подключил. Второй на мне висит, мне будем снимать. И выпрями ее, вот так вот сделай. Не, я только заднюю хотел крышку. Я сам скажу. Уже сантиметров на 5 сделай. Еще чуть уже, настолько же. Ага. Оно сузилось, ты смотри. Сантиметров 60, сейчас я принесу рулетку. Сейчас, я быстро. Так, это мы можем положить, чтобы было на фотке. Сейчас, секунду, быстро. Артём, ты знаешь, сузилась капитально. Сузилась до уровня обычной штурмовой. Ну, сузился луч. Мощностью. Ну, на 10. Да. Очень заметно. Он устал, как штурмовые, считаю, обычные. Там сейчас смотрю, пошли. Сейчас фотку и будешь свой брать. Ну, нам повязка. Костя, подержи повязку, да. Да, 75. Те же самые. Чуть-чуть это не думаю, чтобы положить. Да, ну уже понятно. Ну, поздравляем. Артём лишается звания читера. И с ним можно играть. Так, сейчас. Сейчас будем твои тогда. Ну, у меня тут ага. Но он на 6%, но меня. Ну, видишь, 75, примерно как штурмовые. Сейчас, секунду. Я просто проверю, что сфоткалось. Даже масок положил, чем? Да. Все, забирай. Ну, теперь ты знаешь, что ты сертифицированный специалист. Повязка у тебя была в руках. Вот это? Да. Повязка. Да. Ты сейчас уедешь с моей двойной. Так. Вот обратно. Тебе нужна еще одна, ты меня... Сейчас повязку возьму. Давай. Антон, сейчас повязку возьму, приду. А что? Я говорю, есть капитальник мне сегодня заставил. А, ну как? Тяжко. Ну а кому сейчас легко? Ну все равно, капитальник.
команда играть была интересно, понимаешь, то есть, ну так, не было такого явного перекоса. Сан-Антемо, ты уже уходишь, да? Шел уже. А. Забирай свои, я поставлю свои. Ну, в смысле, что можешь стрелять уже. Хорошо, хорошо. Ну, смотри сами. Я, конечно, хотел бы свою пристрелять, Сан-Антемо, честно, потому что я тут стрелял. Так а вы, может, он тебя подвезет, не? Саш, подвезешь его, да? Пока. Попробуй по высоте в разные стороны. Это и Марка? Отлично, нам тоже надо было ее. Подожди. Пускай сам говорит, не спеши. А, у меня. Ты готов или тебе собираться надо? Он тебя подвезет? Верни назад, сколько там было. Вот так? Положи туда, чтобы фотка была удобнее. И чуть-чуть назад, чтобы я мог положить метр. Я в Смоленск сейчас отошлю. Слушай, мне так нужна подзарядка, что просто... Так это не Смоленск, это вот здесь в RC-магазине надо купить. Купи эту обычную, самую классную. Да, Макс. Вообще классно. Это оригинал или Китай? Нет, конечно, Китай. Но знаешь, но после того, как у меня оригинал сдох, я как-то уже согласен. Так, все. А я... Один а я... Но прикинь, а люди баксов. Китаем заряжают. Антон, отойди, пожалуйста, если тебе не даешь. Да мне хоть было 80. Да, блин, надоело уже проситься. Ну или оригинал, или Китай. Оригинал в RC-магазинах продается, а не только. Ремонт контрол. Я был недавно в магазине. 65, это же самое, да. Все, это забрал. Да иди, иди. Магазин-то не скажешь уже. Да, ну я тебе скину ссылки. Вот квадратика на полу. Проверь в каждую, что ты цвет правильный. У тебя какой? Иди, Серега, сюда. Просто это универсально купишь, будешь взять и все. Это вот, после того, что рацию вакуум, изолентой примотаешь к нему, к контактам, и будешь заряжать. Вот. Даже на машине вакуум можно заряжать. Да. Хорошо. Тоже верно. А сейчас зарядил хоть? Сейчас, секунду, подожди. Давай. Ложи. Хорошо, тебя закину. Вот. Просто я к тому, что я самые мелкие акумы заряжал и автомобильные заряжал большой. Это вот. Потому что я автомобильный медленно заряжаю. Ну, автомобильный аккум тоже заряжал, и Максим.
Да. И разряжал. И разряжал даже. Вот это уже прикольно. Это VPS, да. Просто на самом деле относительно других не такой лучше сильный. Антон такой сильный. Ребят, ценник давайте. Ты хотел тубу снять или что там? Не-не, я не хотел, я просто хотел показать, что я могу его моментально сделать штурмовым. Причем даже лучше штурмовых, потому что там не будет ограничений. Там ограничители типа не, да. Да, тут видишь, идеально вошло. А, ну лупы сможет. Не-не-не, оно там за мезолет чего? Что дырка? Ну вот, Серёг, ну вот. Там обычная труба была прикреплена, 32 мм. Это страйкбольный глушитель настоящий. Я понимаю, но здесь какая-то пленочка. Нет, это линза. Какая? Ну вот прям здесь с краю. Нет, тут ничего. А, это просто отметка. Просто чтобы не царапать. Отметка такая. Да, да, да. Это просто чтобы я не царапал линзу, я нарезал. Вот. Того самый узкий луч пока что. Хотя это на 5